Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю из свеклы очень простой, но и очень вкусный салат. Нам нужно очистить свеклу и натереть ее на терке для корейской моркови. В сухую сковороду я перекладываю потертую свеклу. Ставлю на плиту на медленный огонь. И на медленном огне я ее готовлю до готовности приблизительно чуть больше 50%. То есть вы должны свеклу приготовить по своему вкусу. Мне нравится, чтобы она не была сильно мягкой, а была готова на 50%. Вы можете ее поготовить чуть побольше. Мы ее не обжариваем, под закрытой крышкой тушим ее. Свеклу периодически перемешиваем. Я готовлю ее на минимальном огне. У меня 2,5 из 10. Свекла выделила сок. Я теперь открыла крышку и буду ее готовить до тех пор, пока влага полностью у нас испарится. Свекла готова. Влага испарилась, и она как раз сейчас по моему вкусу. В сковороду наливаем любое растительное масло и высыпаю сюда лук. Лук начинает слегка подрумяниваться. Этого достаточно. Отключаю я плиту. И в горячий лук я высыпаю чеснок мелко порезанный. И также черный молотый перец и кориандр. Специи в горячем масле, они хорошо раскроются и дадут бесподобный аромат. Снимаю с плиты. Свекла слегка остыла. Я перекладываю сюда обжаренный лук со специями. Добавляю лимонный сок и немного меда. Так как у меня свекла недостаточно сладкая, можно добавить сахар. Немного соли. Салат готов. Даем ему полностью остыть и можно подавать к столу. Сверху салат можно посыпать свежей кинзой или петрушкой. Салат получается очень вкусный. Его можно приготовить как в будний день, так и на праздник. Если вы поставите на стол, то гости с удовольствием за считанные минуты разберут его. Всего доброго и до встречи с вами!